Добрый день, мои уважаемые подписчики и все, кто впервые зашел на наш канал. Меня зовут Ирина, это мой ювелирный магазин Нефертити. Мы предлагаем ювелирные украшения из золота и серебра. Сегодня у нас обзор посылочки от компании Соколов. Все, скорее всего, уже знакомы с этой компанией. Серебряные цепи у нас черненные и обычные родированные. Давайте посмотрим поближе. Цепи у нас, все плетения идут сегодня бисмарк. Будем рассматривать подробненько. Во-первых, что такое чернение? Чернение, в принципе, у серебра происходит естественным способом. Когда вы его носите, оно ничем не обработано, потихоньку оно чернеет. Это, конечно, некоторым не нравится, портит внешний вид изделия. Поэтому сейчас либо искусственно делают вот такое вот оксидирование, как здесь мы видим, искусственное чернение, сразу помещают в ванну, чернят, и больше оно в процессе носки чернеть не будет. Возможно, даже наоборот, чуток посветлеет, ну, потому что грани естественным способом будут, то тело человека немножко стираться. Вот. Чернят все, в принципе, серьги, кольца, цепи. Такие вот цепи, например, предпочитают больше мужчины, как-то вот черненые, кресты, цепи, более брутальные. Серьги и кольца под старину, конечно, уже это больше женское. Вот. Здесь у нас цепь бисмарк идет соколовская, диаметр у нее 70, диаметр проволочки. Значит, 0,7 миллиметра у нас каждая проволочка, из которой, собственно, и вяжется эта цепь. Бисмарк — это всегда прочно, это всегда красиво. Бывает он в разных вариантах, и плоский, круглый. Разные названия идут, там уже Гарибальди и другие. Цепь очень прочная, в принципе, в любом весе. Всем рекомендуем, потому что, видите, звенья каждое состоит практически из двух. И спаяно еще получается 2 через 2. Вот в этом вот. Она мягонькая. То есть их можно даже детям, она вот видите, не колючая, она хорошо складывается. Вот такие цепи. Следующий бисмарк, диаметр 80 уже. То есть проволочка 0,8, он уже толще. Соответственно, больше, конечно, вес у него. Здесь вот сейчас мы посмотрим, где наша этикеточка. Все бисмарки — это достаточно тяжелые цепи, вот 25 грамм. По длине 65, диаметр 80. Вот сейчас поближе покажу, видите, следующий диаметр 90, он даже на вид уже смотрится гораздо шире. 90, вес получается 25-95, уже в размере 50, то есть с увеличением размера еще, если будет 65, то может быть грамм 35 такая цепь. Все прочно, тяжело, вот, но мне даже с руки соскальзывает. Это можно носить вечно, годами. Ничего у вас, конечно, не порвется, ничего не разорвется. Теперь давайте посмотрим родированные цепи. Начнем тоже с самой тоненькой, 60. Давайте я сначала вот так поближе. 60, прям по диаметрам 70, 80, 90, и следующий диаметр 100. Проволочки, видите, они на увеличение. Также бисмарки. Сейчас будем ловить фокус, потому что отсвечивать прям очень яркие грани, красивые. Родирование. Покрытие родием серебряных украшений. Сверху такой легкий слой родия. Позволяет сохранить их вот в первозданном таком блестящем серебристом виде. И со временем они уже темнеть не будут. Лучше, конечно, чтобы при этом они поменьше контактировали со всякими химическими, если вы работаете на предприятии, парами, жидкостями, и чистить очень аккуратненько, чтобы вот не стереть этот слой родия. Потому что иначе, ну, потом просто будет у вас, конечно, обычное серебро, и будет чуть темнеть, если этот слой со временем сотрется. Но, повторяю, это, конечно, много-много лет надо носить, чистить, чтобы все это там что-то стерлось. Сейчас все очень качественно. Все хорошо делают. Соколов, вот молодцы, купили себе
цепивязальные станки, потому что станки это очень дорогие, один станок производит только одну цепь. Например, ну вот на эти цепи на каждую надо отдельный станок. То есть проволочка разного диаметра это уже другой станок. Другое плетение это уже другой станок. И опять же там же тоже разного диаметра будут. На каждый раз диаметр отдельно станки, а станки, сами понимаете, дорогие. Вот эта цепь плетения тоже бисмарки у нас сегодня, кто может быть только включился. Здесь диаметр уже 70, то есть проволочка 0,7 миллиметра. И из нее вот вяжется уже вот такая вот красота. Дальше внимание уже заострять не буду, давайте мы так пробежимся. Вот это диаметр 80, средний вес, длина 60, 23 грамма. В диаметре 90 уже она идет 30 грамм поближе. Самый большой, давайте посмотрим, это диаметр 100 у нас на сегодня. Крупнее обычно не привозим. Есть диаметры 120, 150, даже 200. Ну, сами понимаете, 200 это уже вот одна цепочка будет, как вот сейчас я сложила, вот такой ширины. Уже прошли те времена, когда, извините, собачьи цепи на шею вешают. Вот это вот оптимальный диаметр, самый крупный для мужчины, который мы рекомендуем. Он его и не порвет, и она уже достаточно крупная и прочная. То есть больше мы не возим, честно говоря, если только на заказ вы захотите, но больше я уже не рекомендую. Уже смотрится совсем грубовато, даже если мужчина очень крупный. Вот такая вот красота. Ну и, конечно, ко всем мы подбираем браслеты. Несколько положила браслетиков нам посмотреть. То же самое, есть оксидированные, черненные, есть радированные. Опять же, под все цепи, все браслеты такого же диаметра можно подобрать. Вот это вот сотый диаметр, как цепь мы смотрели. Вот браслеты привозим больше, и 150-й, и 120-й диаметр крупнее. Потому что браслет, конечно, на руке... Не так грубо, сейчас я попробую, видите. Не так грубо, как очень толстые браслеты, нормально смотрятся. Вот. Все, вроде вам рассказала. Пойду дальше разбирать посылочку. Это сейчас все поедет в магазин. Ну, либо тоже вам посылочками уже можем все собрать. Цену уточняйте в нашей группе ВКонтакте. Сейчас там с фото все выложим. Всех люблю, пока-пока.